растения бывают добрые и вредные. Но пока они маленькие, они все кажутся такими милыми и безобидными. Но если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Если дашь волю баобабам, беды не миновать. Они завладеют всей планетой, пронижут ее насквозь своими корнями и разорвут на клочки в борьбе друг с другом. Oh!